эфире телеканала «Видное ТВ» новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте. Вот главные темы выпуска. Быстрее и проще, как получить справку о прививках на портале ЕМИАС. Для этого надо будет войти в личный кабинет школьного портала, значит, сделать заявку. Помощь и подарки для врачей в Видновской районной клинической больнице. Большое спасибо от будущих деток, которые к нам придут, за такие подарки. В историко-культурном центре открылась выставка «Куклы советского детства». Куклы у нас в основном из частных, личных коллекций, но также собраны по различным дворам. В Видновской школе номер 5 прошла ревакцинация первоклассников от дифтерии и столбняка. С января этого года сведения обо всех прививках поступают на портал Единой медицинской информационно-аналитической системы. А недавно для упрощения получения справок там появилась новая функция. Слово Юлии Погосян. С недавних пор данные обо всех прививках ребенка можно узнать из электронной карты, которая хранится в Единой медицинской информационно-аналитической системе Московской области. На днях появилась функция, с помощью которой есть возможность заказать необходимые справки о вакцинации. Идти в поликлинику и брать бумажный документ теперь необходимости нет. Однако работа по ЭМИАС осуществляется только с детьми, которые прикреплены к детской поликлинике Ленинского городского округа. Для этого надо будет войти в личный кабинет школьного портала, значит, сделать заявку, затем оформить бланк, заполнить этот бланк, и в течение 2-5 дней эта справка будет готова. Сегодняшняя прививка для первоклассников 5-й Видновской школы также попадет в ЭМИАС. Ребят вакцинировали от дифтерии и столбняка. Первую фазу препаратов они получили еще в детском саду. Не больно, не страшно? Не больно. И не страшно. Доктора отмечают, дети стали куда более смелыми, врачей и уколов почти не боятся. Никогда не боитесь прививок. Это понимают даже дети. Сегодня вакцину получили 11 первоклашек. Полчаса после прививки ребята находятся в медицинском кабинете, где за их состоянием наблюдают врачи. Измеряют температуру, слушают сердце, чтобы исключить появление побочных эффектов. Юлия Погосян, Александр Логин, Екатерина Довлятова, Видное ТВ. Представители общественной палаты и общества инвалидов округа посетили зеленую зону Видновской районной клинической больницы. Гости пришли не с пустыми руками. На фоне известий из Украины новости о распространении коронавируса отошли на второй план. Но врачи продолжают борьбу с болезнью, им по-прежнему необходима помощь и поддержка. Председатель Ленинского отделения общества инвалидов Наталья Рящина и заместитель председателя общественной палаты муниципалитета Людмила Лернер вручили врачам термопоты. Благодаря этим устройствам в нескольких отделениях ВРКБ всегда будет горячая вода для приготовления чая и кофе. Их для врачей приобрела организация «Газпром» в ней ГАЗ. Когда я объявила, что еду с подарками, которые нам предоставило издательство АСТ, и мы решили самым маленьким пациентам нашей больницы сделать подарки. И они попросили от них тоже передать подарки – термоподы, которые просто необходимы медработникам. И мы с удовольствием сегодня это сделали. Поэтому большое спасибо «Газпром» и «ГАЗ», руководству, сотрудникам. Действительно, также гости привезли с собой множество подарков, которые пригодятся маленьким пациентам. Как известно, сейчас ВРКБ работает в качестве ковидного госпиталя, и педиатрическое отделение в нем не функционирует. Но однажды, и все надеются, что очень скоро коронавирус отступит, и эти красочные книжки и игрушки будут очень кстати. Надеемся, что у нас будет детское отделение. Очень надеемся на это. Поэтому большое спасибо от будущих деток, которые к нам придут, за такие подарки. Подарки для малышей будут храниться на складе ВРКБ до лучших времен, а термопоты уже кипятят воду для врачей. Президент межрегиональной экологической и благотворительной общественной организации «Зеленый полюс» Андрей Корягин подарил Дворцу спорта «Видное» набор роликовых коньков для занятий детей-инвалидов. Подробности расскажет Дмитрий Книга. Два года назад руководство Дворца спорта «Видное» познакомилось с президентом межрегиональной экологической и благотворительной общественной организации «Зеленый полюс» Андреем Корягиным во время фестиваля «Лига мечты» для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Он уже не один год работает в Московской области. Они собирают через стационарные такие пункты макулатуру. И впоследствии средства, которые они выручают от сдачи макулатуры, они периодически передают разным организациям. Спортивный клуб Дворца спорта по работе с инвалидами получил в дар набор роликовых коньков. Индивидуальные и групповые занятия с детьми и взрослыми проходят здесь ежедневно. Также клуб сотрудничает с психоневрологическим интернатом села Остров. Ну, мы работаем с таким диагнозом, как ДЦП, синдром Дауна, аутизм, различные генетические заболевания. То есть это те люди, которые не могут попасть в адаптивный спорт. Вот, и мы предоставляем им возможность заниматься адаптивной физической культурой на территории Ленинского городского округа. При поддержке администрации муниципалитета в 2021 году в Видном были установлены эко-модули для сбора макулатуры. За это время собрали около 30 тонн бумаги. На вырученные деньги организации «Зеленый полюс» осуществляется адресная помощь. Таким образом, благодаря данному проекту, кроме пользы экологии, жители города сами автоматически становятся благотворителями. Дорогие друзья, жители города Видного, благодарим вас за то, что вы оказываете помощь, положив макулатуру в эти эко-модули, да, и будем дальше продолжать помогать тем организациям и детям в регионах присутствия. Спасибо вам. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД России по Московской области совместно с коллегами из ОМВД России по Ленинскому округу в результате оперативно-розыскных мероприятий около лесного массива вблизи деревни Суханово был остановлен автомобиль, где в качестве пассажира находился 25-летний житель Рязани, подозреваемый в сбыте наркотических средств. В ходе личного досмотра злоумышленника, а также в его рюкзаке, полицейские обнаружили 48 свертков и 16 пакетов с различными веществами. Два рулона изоленты, скотч, маркер, а также электронные весы. Согласно заключению эксперта, содержимое одного из изъятых свертков является наркотическим средством – мефедроном, общей массой свыше 550 граммов. Остальная часть направлена на исследование. Как пояснил сам правонарушитель, другие изъятые запрещенные вещества являются гашишем и так называемой солью. Сам ты являешься наркозависимым? Да. Что употребляешь? Мефедрон. В каких дозах? Сколько количества? Около 2 лет назад употреблял систематично, раз в неделю, наверное. В последнее время, в общем, полгода не употреблял, пару раз только. В отношении задержанного следователем Следственного управления УМВД возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Видновским городским судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В историко-культурном центре прошло торжественное открытие выставки «Куклы советского детства». Это совместный проект галереи авторских кукол «Абажур» и творческого объединения «Волшебная шкатулочка». На экспозиции представлены не только игрушки, но также предметы и атрибутика, созданные в эпоху СССР. В советские времена производители, выпуская кукол, всегда давали им имена. Кукла Таня, кукла Катя, кукла Света. Каждое имя соответствовало популярности в данный период. Именно так родители чаще всего называли своих дочек. Экспозиция кукол советского детства создана на основе частной коллекции участников творческих объединений «Абажур» и «Волшебная шкатулочка». Куклы у нас в основном из частных, личных коллекций, но также собраны по различным дворам, уголкам. И мы их реставрировали своими силами. И вот то, что мы сегодня видим, то есть это куклы с огромной историей. Идею поддержали сотрудники историко-культурного центра и любезно предоставили выставочное пространство. Получилось так, что каждый день выставка чем-то дополняется. Мы сделали сюжет с Видным ТВ о подготовке этой выставки. Он прозвучал в эфире, и люди стали приносить игрушки, приносить куклы. И мы дополняем, ну, в районе сотни экспонатов уже есть. Вот это куклы, она, в принципе, нас и подтолкнула на то, чтобы вот
Просто это моя кукла, ей много лет уже. Единственная, можно сказать. Вот в таком состоянии она сохранилась. Стоила она 3 рубля. Вот только у нее и положили 3 рубля. И потом просто стали нарастать к этой кукле другие куколки. И вот потом вот уже с Ольгой Новак мы уже договорились. Вот Татьяна Реснянская. Давайте сделаем такую выставку. Татьяна Реснянская для выставки предоставила куклу, которую ей подарили, когда она пошла в первый класс. Гале больше 60 лет. Она самая старшая. Платье пришлось шить заново, рассказывает ее хозяйка. Собирали, просили, нам тоже привозили, мыли. Вы знаете, видите, какие нечистенькие. Прям все мыли. Некоторые куклы мы мыли, так мыли. Они были такие грязные, все это стиралось, все это, вот это вот все новое, все шилось. Вот это ее, как говорится, живое платье. Родное, да. Только мы его накрахмалили, кружавчики добавили. Особой популярностью у девочек в СССР пользовались бумажные куклы. Несколько десятилетий многие советские издания отводили целую страницу для нарисованных модных героев. Этот проект, он, в общем-то, был, популяризировался практически в каждом женском журнале. А на тот период это были, как правило, работница, крестьянка. И эти куклы, они были настолько притягательны, что практически все девочки, начиная там с малолетства и до взрослого состояния, уже до старших школьниц, играли в эти бумажные куклы. Они становились сами на минуточку модельерами. Помимо кукол на выставке представлены и самые разные игрушки, которых объединяет одно – все они были созданы в советскую эпоху, и с ними играли дети, родившиеся в СССР. Экспозиция продлится до 31 марта. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. В конце прошлого года мы уже рассказывали про нашу землячку, юную певицу и ученицу детской школы искусств поселка Развилка Аделию Загребину. Девочка продолжает покорять все новые и новые вершины. На днях она успешно прошла слепые прослушивания в шоу на Первом канале «Голос дети». С подробностями наш корреспондент Екатерина Борисова. Шоу «Голос дети» на Первом канале 8-летняя воспитанница детской школы искусств поселка Развилка Аделия Загребина мечтала попасть уже давно, с тех самых пор, как впервые увидела его по телевизору. Девочка обожает петь и уже несколько лет профессионально занимается вокалом и музыкой. Для этого она переехала из родного Нижнего Новгорода в Ленинский городской округ Подмосковья. Она поет очень ярко, но многие не слышали ребенка на уроках по скрипке, на уроках по фортепиано. Она прекрасно играет для своего возраста и на скрипке, и на фортепиано. У нее замечательная мама, которая ей во всем помогает. Мама – профессиональный музыкант. С помощью музыки можно понравиться людям, достучаться до их сердец, чтобы можно изменить жизнь людям, чтобы... сделать их счастливыми. После недавнего триумфального выступления в передаче «Лучше всех» на Первом канале Аделия решила во что бы то ни стало осуществить свою мечту и попасть в шоу «Голос». Вместе с мамой она отправила заявку на участие в конкурсе и вскоре получила приглашение на кастинг. Мы были на кастинге, который проходил 4 дня. Подготовили 2 песенки. Одна на английском языке, другая на русском языке. Впоследствии ту, которую мы готовили на кастинг на английском языке, она и пела на слепых прослушиваниях. На слепых прослушиваниях девочка блестяще исполнила одну из любимых песен британской певицы Адель «Rolling in the Deep». Аделия смогла очаровать всех троих наставников шоу «Голос дети». Это было потрясающе. Вы услышали, как зал вам аплодировал, как он кричал. То же самое происходило у меня внутри, поэтому и у моих коллег произошло то же самое чувство. В таком юном возрасте так профессионально выступать, петь, вести себя на сцене. Вау! Это поразительно, правда. Я была в восторге, когда ко мне повернулись все
трое, и это было очень здорово. Мне очень понравилось на этой сцене выступать, и я хочу еще раз на этой сцене выступить. А если я пройду финал и за меня проголосуют, то я буду очень счастлива, очень рада. Это такой шквал, это столько радости у меня было, уже когда двое сначала повернулись, я уже понимала, что она в проекте, что ее мечта сбылась, что она сейчас там счастливая. Вот я даже рассказываю, мне слезы наворачиваются, потому что я действительно помню эти эмоции. В качестве своего наставника в шоу Аделия выбрала Егора Крида. Сейчас я хочу спеть с моим любимым, самым лучшим наставником Егором Кридом дуэтом. Впереди у юной звездочки еще много всего интересного. Сейчас она готовится к следующему этапу – поединкам. Ну а мы рассчитываем увидеть Аделию 29 апреля в финале шоу «Голос дети» на Первом канале. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч!